что новое? Носки только? А тебе же носки новые, пап. Ура, хоть носки новые. Ну, хотя там люди в комментариях трусы просили тебе купить. Чтоб ты их одел. Ну, типа, всем все купили, а тебе ничего, хоть трусы думаю, уже купили. А что ты эти? Одевай, пока сухо у тебя. Какие? Там холодно, ты что? Вот эти. Одевай. Мам, папа меня любит. Давай еще. Да, в общем, купили Антохе вот такие вот, как бы, кроссовки и высокие. Так, дети, мама, давай быстрее, мам. Давай. А то ты повезешь. Мама, это не так, ну что, у нас 9 часов, родители уже приехали, пошли косить петрушку и привезли пельмени, сметану. Так что сегодня у нас будет на обед пельмени со сметаной и там у нас есть помидоры, огурцы. Сделаем салат. И пойдем сейчас работать. Григорий учит стишок. Задали, ну, вернее, подучил. Как он говорит, это первый этап. И дальше будем продолжать еще. Сейчас он немножечко отдохнет, русский пописал. Мы, как всегда, с утра пораньше начинаем учить уроки, чтобы все успеть. В общем, сейчас идем на улицу. У нас еще какой праздник. Тепло в доме, потому что Сержуня сегодня утром растопил. Проснулся, почистил золу или как это, сажу. Ну, как-то там, в общем, все почистил в котле и растопил, так что у нас сейчас очень тепло. Вот, так что я очень рада, я так этого ждала, когда мы растопим. А мама вообще говорит, что есть такая примета, что нужно до покрова 14 октября, нужно до покрова уже протопить дом. Вот. Сержня говорит, да, 13-го будем растапливать, но нет, все-таки с таким сильным ветром, который выдувает просто все и задувает везде. Конечно, хочется тепла, с улицы заходишь очень зябко, а в комнате очень тепло и даже не хочется выходить сейчас на этот ветер. Но надо, надо помогать родителям и самим себе. Вот, так что сейчас пойдем вязать опять петрушку. Так, все, мы поливчик переставили, до сих пор поливаем, да, то что такой суховей. И вяжем. И вяжем, да, уже мы две коробочки навязали, вот 109 пучков. Ну, тут сразу и математика, да, столбик. Так, варю на обед пельмешки, это опять у нас сельповские пельмешки, налепленные в магазине. Кафе, вернее, домашние, то есть как домашние, они именно налепленные руками, а не на производстве. И поэтому они не разваливаются, и они очень вкусные, и там достаточно фарша, а не только тесто. Пельмешки готовы, все, здесь соль, сливочное масло, все перетрясла. Так, накрываю крышечкой и просто трясу. Сейчас они уже не очень горячие, а то я прям полотенцем. В общем, здорово так вот получается. Все маслом обваливается, и, в общем, они не слипаются. Намыла помидоров и огурцов, сейчас сделаю салатик. Ну что, обедаешь, сын? Сейчас и бабушка с Дешкой идут. Вера, ну что? Да, сейчас чайку. Тебе чай или кофе, мам? Я кофе, Вера. С молоком? Я чай. Тебе чай. Так, все, мы поработали. Теперь можно отдыхать, да, мама? А? Теперь можно другую работу делать, да? Ну, лучше да. Отдых это что? Смена работы? Смена работы. Я начистила картошки, морковки, лука. Сейчас Сержуня все будет это жарить. Привет, мой мальчик. Мама, что сегодня? Мама, ты еще и нам купил? Да. Кому? С папой? Да. Это вкусные? Да. А как это называется? Это... Григорий! А тупи! Чупа-чупсы. Антон Сергеевич в новом костюмчике. Выйди сюда, покажи. Григорий! Только чуть-чуть больше. Да. Что? Так, сегодня у нас ужин папа готовит. Это жареная картошка с луком. Ну, надо ж носки отрабатывать. Ё-моё, мне вчера трое. Это трое пар носков купили. Надо ж их отрабатывать. Чё? Работник ты мой. Трое носков вчера купили. Обалдеть. Честно, можно. Так, ну что, мы здесь... Уже дома я что делаю? Я тут полным ходом рисую. Здесь у меня будет вот такая вот розочка, если видно. Не знаю, как получится. Здесь у меня будет вот такой кристаллик. Сейчас немножко еще разогрею какао масло перед использованием. Будет он вот такой вот оранжевый.
Носи, усы будут просто шоколадные. Не знаю, буду ли я вот эти формочки заливать. Может быть, навряд ли. Может быть, вот эту только попробую. Посмотрим. Здесь у меня процесс полным ходом. Родня мне, кстати, сегодня же купила пирометр за 1200 в этом, в Кубани инструменте. 1200 он стоит. Вот такой. Нет, зайчик, нельзя. Так, ну что, вот такая вот красота у меня получилась будет на шоколадке. Смотрю здесь Оксану. У меня импульсами по 15-20. Это что за шоколадные мальчики? Тут ничего, мама, тут ничего нету. Да? Это просто миска. Так Афанасию-то хоть даете? Да. Афань, ты хоть кушаешь? Да. Ну что, все, я закончила с шоколадом. Сейчас покажу, что получилось, что не получилось. И на самом деле ничего сложного, совершенно ничего сложного. Достаешь шоколад с микроволновки, мешаешь, а потом опять засовываешь его в микроволновку, потом опять мешаешь. В общем, ничего на первый взгляд сложного, но это достаточно тяжелый труд. Следить за температурой, следить за формами. Очень сложно вытягивать корпуса конфет. Вот что получилось. Это вот такая вот корпус. Полусфера. Одна. Вот такая вот. Вот такая вот плитка шоколада. И вот такая вот белая. Вот кристалл получился. Носилки получились. Мне они очень нравятся. И вот такой кристалл. Здесь вот немножко косяки были при его вытягивании, выбивании, вернее, с формы. И, по-моему, он классный. Так что, в общем, вот такой вот шоколадик из меня. Но дети шоколады наелись. Вот. Так что сейчас надо будет все сфотографировать и в Инстаграм выложить. Так, ну что, все, я пофоткала. Есть прям кадры, которые мне очень нравятся. Есть не очень, в общем, как свет, знаете, все зависело от цвета, в общем, как все это поймалось. Но есть прям, которые супер. В общем, у нас почти 2 часа ночи, без 22 я иду спать. Мне понравилось, честно, первый такой опыт. Следующий урок этого марафона, который проходит в Инстаграм. Вернее, не только в Инстаграм, на YouTube в канале Кардамон Клуб, там выставлены уроки. И нужно по ним делать домашнее задание, выставлять фотки в Инстаграм. Мне все понравилось. Завтра будем кушать этот шоколад. Вот. А следующее домашнее задание – это уже шоколад, ну, вернее, конфеты с начинкой. Так что будем пробовать делать конфеты с начинкой, с ганашем. Вот, так что следующую шоколадная ночь, я думаю, пройдет тоже потрясающе. А завтра мы в Ейск.